Переговоры всегда нужны. Но то, что в последние, за вчера было озвучено президентом России, президенту Франции, и то, что было озвучено, не могу сказать, что он мой коллега, послом России в ООН с белорусской фамилией Небензя, это тот же ультиматум. Это демилитаризация, денацификация и отказ от плана вступить в НАТО и в Европейский Союз. Я не видел с их стороны какой-то готовности менять позицию. Мы, наша позиция – прекратить огонь и отвести войска. Нам дальше выдвигают ультиматумы. Нам остается только драться.